Громкие коррупционные скандалы и в Китае. На скамье подсудимых оказался бывший глава нефтяной корпорации CNPC Дзян Цзиминь. Он обвиняется во взяточничестве и злоупотреблении властью. Под следствием Цзиминь попало в 2013 году, когда возглавлял комитет по контролю и управлению госимуществом при Госсовете КНР. Масштабная антикоррупционная кампания в Китае все еще продолжается. Под следствием оказались многие высокопоставленные чиновники, в том числе и бывшие члены Политбюро, считавшиеся ранее неприкосновенными.